Накануне около 4 пополудни в Кировграде под колеса Hyundai Santa Fe попала 12-летняя школьница. Девочка дисциплинированно подошла к зебре. Видела приближающийся кроссовер, замедлила шаг перед тем, как ступить на проезжую часть. И заметив, что автомобиль снижает скорость, смело ступила на нерегулируемый пешеходный переход. О чем мгновение спустя сильно пожалела. Кроссовер не остановился и сбил девочку. В городе Кировграде на перекрестке улиц Лермонтова и 45 октября водитель автомобиля, двигаясь по улице Лермонтова, не заметил ребенка, переходящего в третью часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате чего произошел наезд на данного ребенка. 67-летний пилот Санта-Фе сообщил ДПСникам о том, что видел маленькую пешеходку за сугробом, но подумал, что та остановится, и продолжил свой путь. Сбитую школьницу на скорой доставили в больницу с ушибами и ссадинами. Гаишники, к слову, заметили трещины на бампере кроссовера, но пенсионер уверял, что они, дескать, давнишние. Статистика последних дней недвусмысленно указывает на то, что кое-кто из водителей может из-за запоздалого весеннего авитаминоза стали чересчур рассеянными и неуместно горцуют, подъезжая к зебрам. При проезде пешеходных переходов, дворовых территорий будьте внимательны, снижайте скорость вплоть до полной остановки, чтобы не допустить наезд на пешеходов. Кстати, на улице Лермонтова в Кировграде, на взгляд дилетантов, слишком высокие придорожные сугробы. Младшеклассников, которым до весенних каникул считанные деньки остаются, они скрывают с головой. При таких провинциальных снежно-дорожных раскладах возле пешеходников на пока еще скользких дорогах лучше вообще тормозить. На всякий случай.